Всем привет! Сегодня 13 апреля и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. Давайте настроимся на позитивную волну и проведем пятницу 13-е весело и интересно. Готовы? Тогда смотрим! Концерт «Т-фест». Исполнитель не оставляет в своем творчестве места для депрессии, хандры и прочих невзгод. Его рэп исключительно о радостях жизни, деньгах и себе любимом. Кирилл Незборецкий намеревается собрать на своем шоу полный зал. В Казани выступит лайв-кей-поп пати с группой Лейбрикс. Этот дуэт, состоящий из вокалиста-гитариста Кванмина и барабанщицы Хиджин, уже бывал в России, оставив после себя только самые горячие эмоции. В этот раз ребята из Южной Кореи снова представят свои новые песни и образы. Не обойдется и без сюрпризов.